Одна нога двигается. Какие-то маленькие, высоко поднимаем его, но мы огромные. Зоопарк. Да, киевский зоопарк, да, наш? Козочки такие у нас. Там рогатый такой лежит. Кто-то большой такой рогатый. Пойдем дальше. Розовый фламинго. Видишь, какие фламинго? Красивые? Да, пошли дальше. Сейчас пойдем. Уточки плавают, да? И фламинго. И фламинго, да. Вон там далеко стоят, видишь, на ножках? Так, а кто ж здесь у нас такой, а? Здесь у нас кто-то, какие-то коровки, но они кушают. Нет, только... А, вон она кушает далеко. Вон, видишь, там стоит хвостик? Вон. Они сейчас завтракают. Видишь? Завтракают и увидим? Да, ну пойдем дальше, там есть. Да. Коровки. Кто там? А что это за ворона так прыгает красиво? Пошла кушать. Вон маленькая коровка лежит. Смотри, какая коровка. Ее видно. Ты видишь, какая коровка? Она хвостиком махает. Да, такая маленькая коровка. И ушками пошли дальше. И рожки у нее маленькие. Видишь, пошли какие? Дальше. А вот посмотри, какой рогатый. Какой большой. Огромный какой. О, все, он чухается. Видишь, как он? Как? А ворона, смотри, не боится. Ага. Встал, идет к нам. Видишь, какой большой? Пошел, к маленькому пошел. Это папа, наверное. Да, это папа. И коровка маленькая встала, пошла. За папой, видишь, пошел? Да, пошли, мам. Они пошли гулять, видишь? А тут ворона бегает, не боится ворона. Видишь? Они кушать пошли. Да, к маме пошли. К маме пошли кушать, да? А смотри, кто это у нас? Это у нас зубр. Ой. Да? Да. И где наш зубр? Ну и где он? Нету. Наверное, он обедает. Нету. Он завтракает. Стоит там. Он там далеко. Мы сейчас увидим. Да. Это да. Какой-то чужик. Его он кушает. Это... Мам, там их много. Да, вон они стоят. Пошли дальше. Посмотрим. Пошли. Надеюсь, они не воняют. Кстати, там лошадь. Красивая. Вонючая. Это лошадь Пржевальского. Вонючая она. Воняет? Смотри. Какие большие! Лошадь Пржевальского. Видишь, какая лошадь? Ой, она делает так. Да, так делает лошадка, а видишь? Стоит. Где маленькая? Тань, видишь маленькую? Маленькая, маленькая. Только родилась. Я не вижу маленькую. Да? Ну давай Мишку посмотрим. Вон он лежит, да, Мишка? А Мишки такие бывают. Да. Ну какой он пушистый. Видишь? О, он близко. Да. Отлично. О, какой у него яичко такое. Да, мордочка называется. Спячку впадает или что?
дядька. Чего? Девочка тоже хочет посмотреть на Мишку. Глянь, тем более, повернулась. Подсвечивает. Мордочку свою. Какой маленький, холюсик. Можешь меня поднять? Посмотри, вот он, Даня. Да! Вот он, смотри. Ой. Видишь? Вот. Хорошо, наверное, не жарко. Где? Где? А, вот, вот же он лежит. Смотри, вот. У него глаза такие. Он несчастный. Несчастный. Мам, ему кушать не дали. Миска хорошая, да? Остановись. Потому что ему кушать не дали. Сейчас дадут. Почему? Он как раз что-то кушает. Как он что-то кушает. Он как лад, что-то кушает. Рыбка есть, наверное. Пойдем или будешь смотреть? Нет, пошли. Смотри, дай, смотри, он кушает. Ой. Что-то. Что-то ему дали, смотри. Видишь? А теперь верблюды. Да? Верблюды. Какие огромные. Видишь, какой верблюд. А там кто-то ходит. Где, зайчик? Там. Тоже лошадки ходят. Еще один? И птичка красивая, идем. Ой, кто это? Фазан. Фазан тут. Фазан, видишь? Ой, не прогоняйся. Там? Он сидит. Красивый фазан. Идем еще посмотрим на верблюдиков. У них что-то черное лежит. Наверное, какашки. Ты угадала. Ты угадала. А, бабочка! Кто это лежит такой красивый? Это а? Лама? Белая? Да. А ну идем, там видно хорошо. Лама белая? Да, лама белая. Она валяется! Да. Чухает спинку. Пошли. А там Мишка есть или нет? Нет. Должен быть здесь Мишка. Куда он пошел? Сейчас придет, наверное. А вон он, смотри, идет. Василиса. Опять беленький. Давай я тебе поставлю. Он, наверное, идет купаться. Гуляет там. Смотри. Гуляет. Вот там, смотри. Вон, смотри туда. Видишь, там Мишка ходит? Да, пошли. Он кушать, наверное, ждет возле дверей. Васенька, а ты видела? Дают куш. Мишка, видишь, гуляет. Да? Он такой пушистенький, да, смешный? А там есть много листиков. Ну, пошли дальше. Купается, да? Ну, сейчас прохлада, наверное. А там же жабы есть? Жабы ходят. Не знаю, купить. Может, купить. Эй, я думаю, что их нету. Думаешь, нету? Что? Я думаю, что их нет. А я слышал, что... Что, ну, кругами там ходит такой смешной, да? Да. Реально по кругу. По кругу. Сова. Пугач. А ну посмотрим. Вон она сидит на самом верху. Видишь? Не больно тебе. Видишь? Ну вон сидит. Идем с другой стороны обойдем. Вот, вон, видишь, сидит? Видишь или нет? Такая отворачивается.
Ты видела личико Васи? Красивый черный медвежонок. Я вижу его. Видишь? Да. Надеюсь. А Мишка, а где второй? Второй? Тут два. Потап и Настя их зовут. Как? Потап и Настя. Он там что-то чухается. Настя? Да, Потап и Настя. Одного Потап, другого Настя. Так это Потап. Это мальчик, а как это еще? И девочка. А что второго я не вижу. Наверное, она спит. Вон он идет, смотри. К нам? Он, смотри, идет к нам сейчас. Там пещеры, кстати. Доча, они кушать ждут. Они к дверям подходят, там сейчас их кормят. Им с дверей оттуда кушать дают, понимаешь? Кто? Поэтому они к этим дырочкам подходят. Кто дает? Кто, тетя или дядя дает? Давайте подниму, посмотрим. Наверное, они спят. Видишь, идет сюда. Okay. Хомячок идет маленький. Вот он, смотри. Вот он идет, смотри, смотри. Вот он, Доча, не бойся только. Не бойся, видишь? Он идет. Смотри. Сидит. Ты смотри, какой он красивый, а? Грудка у него какая беленькая. Ой, какой красивый. Смотри. Ну, со стол трогай. Ой, смотри, пошел, пошел, пошел. Он туда пошел. Какой он хороший, да? И у него ушки красивые. Он пошел купаться. Пошел купаться. Мы к птичкам пойдем или нет? К птичкам пойдем. А как же? Написано медвежонок. Ведмедики Потап и Настя. Потап и Настя? Да. Настя это девочка, а Потап это мальчик. Да, она это мальчик. Подарование Александром Александровичем Омельченко. В 2011 році.